Добрый вечер. В эфире передача «Прайм-тайм» и я ее ведущая Лия Никифорова. У нас сегодня в гостях председатель счетной палаты Серафим Урикян. Добрый вечер, Серафим Александрович. Добрый вечер. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Спасибо, что пришли. Мы по традиции предлагаем вам выбрать тему табу, тему, на которую мы сегодня не говорим по каким-либо вашим личным причинам. Не хотите, не можете. Если она для есть. Для меня запрещенных тем нет. Я хочу сразу сказать, что то, что я буду говорить, скажем, если будут затронуты какие-то политические, скажем, темы, то эта позиция моя, как физическое лицо, и это ни в коей мере нельзя относить к позиции счетной палаты. А, кстати, о политике. Вот вы уже пару лет как ушли из политического олимпа, вас не видно на политической арене страны. Вы жалеете о том, что ушли? Ну, вы знаете, если прожить жизнь и все время плакаться, вот это в традиции нашего народа, или давай так, чтобы было более понятно, народов, населяющих территорию Республики Молдова, вот это плакаться все время. Плохо, тяжело, хуже некуда, а что делать? Работать надо, надо любить свой город, свое село, свою страну, свой народ и думать о том, как вот поставить на ноги эту жизнь. Все мы вот требуем завтра, хотим жить хорошо. Все хотят жить хорошо. Но вот вы такой, лучше работать. Вы такой позитивный, амбициозный. Вам это помогало в достижении ваших целей? Конечно, помогало. А что, люди не знают, что я делал? Вот, скажем, и в Бричанах сколько работал. Скажем, и в Новых Анинах председателем райисполкома, и в профсоюзах, и 11 лет мэром столицы. А где вот было проще, где вам было комфортнее? На политической арене или сейчас? Дело в том, что вот так сложилась ситуация, что я никогда не искал работу. Вот, скажем, с самого начала, после окончания средней школы в Ларге Бричанского района, вот направляли на этот участок, там я работал. Скажем, у вас сейчас должность председателя счетной палаты, ответственность. Очень. Вы осуществляете аудит, контроль того, как тратятся бюджетные деньги. Это большая ответственность. И вот где было вам комфортней, тут или вы знаете, где я был нужен стране и людям, я всегда работал и отдавал себя работе полностью. Я никогда не делал что-то для показухи, что-то для спекуляции. Я работал и сейчас работаю, и буду работать там, где я нужен буду. И я не искал для себя комфорта, я все выполнял по-честному, без черновиков. И когда я работал в мэрии, скажем, тогда мэрия была одной из самых транспарентных организаций, наверное, вы не помните, вы еще маленькой была, возможно, были, возможно. А сейчас не транспарентная? Я хочу сказать, что тот участок, который я возглавляю, можно расценивать как один из самых транспарентных в Республике Молдова. Другое дело, когда наши журналисты, чтобы поделикатнее, то завтра в суд подадите на меня. Можешь когда вы работаете по вариантам заказным. Да. Вот когда мы обсуждали, допустим, вопрос по Банка де Экономии. Так? Присутствовал в зале, по-моему, 9 или 11 камер. Я так еще посмотрел, думал, о, вечером будет. И вечером ни на одном, сколько у нас этих, телеканалов, все исчезло. Ни одна информация и так далее. Вы хотите сказать, что это случайность? В общем, опять во всем виновата пресса. Вот вы говорили, что не делаете голословных
обещаний, не работаете на публику. Давайте. Вот я помню, что в 2005 году вы сказали, что если придете к власти, сделаете революцию в сельском хозяйстве. Да, но я к власти не пришел. Вы пришли в 2009 году? Да нет, мы не пришли. Но вы же сформировали это было коалицию, коалиционное правительство. А я, по-моему, ясно выражался, что если придет Альянс «Наша Молдова» к власти, жизнь изменится, потому что и отношение, скажем, к работе, к политической, хозяйственной деятельности нужно менять в корне. Но вам мешали, вам мешали, получается? Я не пришел к власти. За меня избиратели не проголосовали в том количестве, чтобы дать мне возможность... Вы же сформировали вместе альянс, знаете, за европейскую интеграцию. Что есть партия, которая имеет большинство в парламенте, но годами отдыхают, на работу не ходят. Они тоже обещали очень много обещали людям и ничего не делают. Но они имеют большинство. В 2009 году, вот, в 2010, что вам мешало, пока вы были частью... К сожалению... Вы не прошли в парламент. Мы не прошли, да. Вот что вам мешало в этом периоде, 2009-2010, осуществить эту революцию? Я хотел поделикатнее, но если вы требуете, я вам отвечу. Досталось полный развал экономики страны, полностью коррумпированное государственное управление, которое не искоренено и сейчас. Вот потому что вот эти тентакулы, или как они называются, так далеко зашли в тело этого государства за 8 лет правления одной из партий, мажоритарной, что искоренить вот за эти 3 года, которые прошли уже, пока, к сожалению, не удалось. Давайте вот вы это обсудите как-нибудь, когда у нас будет еще оппонент-коммунист. Ну вот конкретно о вашей деятельности, об альянсе «Наша Молдова». Я не говорил «коммунист», так что вы зря. Не, ну вы же ссылались на правление коммунистов, говоря о 8 я годах. Я не сказал «коммунист» слово. Ну вы когда... сказали про 8 лет правления. Кто у нас еще находился у власти? Кто там был у власти? Вы имели в виду кого-то другого? Нет. Дело в том, что еще отзвуки этих 8 лет еще мы долго будем чувствовать в обществе. Вот смотрите, только сейчас правительство взялось искоренить вот эти вот дикие платежи незаработной платы этим джентльменам удачи, руководителям хозяйствующих субъектов, где 100% капитал государственный, где получают вот по 1 560 000 лей, где, скажем, это комплекс аэронаутики. Или, скажем, когда на табачный комбинат за 10 месяцев получает 1 200 000 и так далее. Вот вы... Когда я спрашиваю этого джентльмена из аэропорта, я говорю: слушай, за что ты получаешь 1 560 000? Она меня привела, там премьер сказала: вот работай, получай. Я говорю: тебе не стыдно? Вот ты ничего не делаешь, 5 лет, получаешь зарплату 1 560 000 в год. А почему вы начали это делать только сейчас? Что делать? Ну, говорить о том, что вот руководители служб государственных управлений получают такие зарплаты. Почему только сейчас? Ведь альянс уже 3 года у власти. При чем тут альянс? Я говорю за тот участок, который я возглавляю. Я не вхожу в альянс. Вот уже, вы же были назначены на эту должность от либерально-демократической партии. Я не был назначен, я был проголосован парламентом. Проголосован парламентом, но все же это было предложение ЛДПР. Ну и что? Но вы же часть нынешнего правительства. Нет, вы знаете, счетная палата никому не подчиняются. Для того, чтобы вы тоже были в курсе дела, счетные палаты есть в 189 странах мира,
У нас есть закон о счетной палате. Мы никому не подчиняемся. Мы утверждаем себе план работы на будущий год самостоятельно, без указок и указаний. Кстати, а вот вы, когда проводите этот мониторинг, вот вы установили, что где-то там недолжным образом были распределены средства. Дальше вот что происходит? Где средства были израсходованы с нарушением закона. Да, вот, вот дальше что происходит? Вы это констатируете? Да, да, мы это констатируем. Мы это дело фиксируем. Мы это дело обсуждаем. Мы принимаем решение, направляем решение счетной палаты правоохранительные органы, потому что мы не наделены вот, правами вести следственные мероприятия, к сожалению. Вот, и мы вот эти материалы передаем в правоохранительные органы. Кстати, вот за прошлый год, за 2011 год, за который мы отчитываемся сейчас, а мы начали работать практически в июле 2011 года, было передано в правоохранительные органы 16 дел, было возбуждено 4 уголовных дела, 3 отказа и 9 находятся в работе. Но вот кто-то понес наказание после всего этого. Вы мониторизируете? Это уже, ну а как же? Вы же должны совершенно ожидать верно осуществляется результата. Мониторинг. Мы знаем, что, где, когда правоохранительные органы в соответствии с законом нас информируют. Если нужны какие разъяснения, пояснения, более, скажем, раскрывать вот эти механизмы, которые были совершены те или иные противоправные действия, мы им оказываем помощь следственным органам. А вот кто-то наказан был? Значит, пока, ну, мы выиграли суд с Банка де Экономии, вот дело тех 48 миллионов лей. Каких? Вот, присвоенных или израсходованных незаконно. А так, значит, остальные находятся в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре, в бывшем центре по борьбе с... А вы довольны вот тем, как протекает дальше вот процесс после того, как вы передали материал? Конечно, нет. Конечно, нет. Потому что то, что я начал вам говорить в начале, что, к сожалению, вот... очень многие структуры в стране нуждаются в реформировании, в обновлении. То, что особенно в правоохранительных органах, ну, поменялись первые лица. А все те, которые совершали все противоправные действия, так и руководят. И в МВД, и в прокуратуре, и в судах. И не случайно сегодня речь в основном и в Европе, и в мире, и касательно Молдовы, речь идет в первую очередь о реформировании правоохранительных органов. И судебной системы. И судебная система, да, я имел в виду в комплексе. То есть это в итоге аннулирует те труды, которые... Да, в итоге я не говорю, что у нас эти материалы всегда идеальные. Но то, что они должны иметь какой-то логический финал или отказ. А если отказ, то почему? Аргументированно. Обязательно нужны аргументы. Или если уже возбуждено уголовное дело, то уже довести до суда. А вот что мешает продвигать эти реформы в этой системе, на ваш взгляд? Это коррупция, это инерция, нежелание. Коррупция. Мы занимаем очень такое, так сказать, не совсем почетное место по коррупции в мире. Если не сказать позорное. В соответствии с последними вот исследованиями в этом направлении. Тяжело, конечно, управлять, когда у руля один, который забывает о том, кем он является в стране. Не очень легко, когда в коалиции, когда есть
нужно искать взаимный компромисс. Но так суждено. Впредь диктатора в стране уже не будет. А вот европейские гранты... А вот в дальнейшем страной будут управлять только коалиции разных политических сил. Сегодня, скажем, в таком формате, после выборов посмотрим, будет, может, этот формат, а может, что-то изменится. Господин Нарикян, вот вы на сегодняшнюю передачу отказались пригласить эксперта, который был бы противоположных с вами взглядов. Вы выбрали... Значит, я вас прошу, чтобы вы не дезинформировали публику. Вы выбрали Романа Михаеша. Я вам сказал, Роман Михаеш или еще один человек. Я сказал, вы сказали, что ответ был ваш. Я сказал, любого, кого пригласите. Мы предлагали вам и других экспертов. Давайте их сюда. Но мы сегодня пригласили все-таки в студию Романа Михаеша, того, кого вы выбрали. Роман Михаеш чем плохой? Похудел. Красавец. И мы буквально через 30 секунд продолжим обсуждать темы с экспертом, выбранным господином Нарикяном. Сегодня у нас в студии Серафим Нарикян и эксперт, приглашенный нашим гостем Роман Михаеш. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Если вы не против, так как ваши взгляды во многом могут совпадать... А откуда вы знаете, что они могут совпадать? Господин Михаеш. Сейчас мы будем посмотреть. Мы не встречались больше года уже на телеэкране. Да, на Молдову один последний раз. Я, с вашего позволения, возьму на себя роль оппонента. Давайте будем. Вот господин Нарикян сказал, что многие дела из тех, коими занимается счетная палата... Многие решения счетной палаты. Решения, они, в принципе, не доходят до финала. Застревают в правоохранительных органах. Кто-то все равно не наказан. Тот, кто должен быть наказан. У нас до сих пор никого не наказали хотя бы административно. Да, вот в этой ситуации, как вы считаете, роль счетной палаты, она какова? Они должны, может быть, набрать больше компетенций или как-то реформировать, или предложить какую-то инициативу законодательную. Вот на ваш взгляд. Здесь счетная палата имеет четкие полномочия. Согласно закону, она аудитирует, скажем так, бюджетные деньги и государственные организации. Дело не в счетной палате, а дело в прокуратуре и в других органах, в том числе в Центре национальной антикоррупции, которые должны на основании этих материалов, я читал сегодня в интернете несколько материалов по нарушениям, они выявляют какие-то нарушения. Много это или мало, я не знаю, как это определить. Вот господин Нарикян вам скажет статистику. Цифры. Подготовился наш Костя. Но реально хорошо. Они что-то делают. То есть я видел какие-то материалы, они делают пресс-конференции. Уже квалификацию юридическую должно давать Генпрокуратура, Министерство внутренних дел, Центр национальной антикоррупции, Национальный центр антикоррупционный, да, который у нас есть. Потому что действительно мы все видим, что перцепция коррупции это высокая, да, как перцепция будет по-русски. Восприятие коррупции, да? То есть во всех сондажах очень высокое. Значит, коррупционеры есть, да? Но никто не наказан. Но никто... Нет, давайте я, господин Михаил, только такие некоторые деликатные данные по налоговой инспекции. Вот налоговая инспекция, потому что они выявляют, а потом мы выслеживаем и считаем, какой урон нанесен государству в связи с тем, что... Вот налоговая инспекция направила в правоохранительные органы, я не хочу сказать прокуратура, или правоохранительные органы. В 2009-м 365 дел по двум только было возбуждено уголовные дела, остальные даже не рассматривались. В суде ноль.
Значит, остальные были беспочвенные. В 2009, в 2010 290, по 66 велись какие-то следственные мероприятия. Вот возбуждены 4 уголовных дела, и в судах 0. В 2011 году 437 материалов, по 134 велись какие-то следственные мероприятия, одно уголовное дело, в суде 0. А теперь я хочу вас так, ну, обрадовать чуть-чуть, что вот... А какой результат вот из того, что счетная палата? Да, вот люди воспринимают так, какой результат. Так люди должны понимать, мы должны объяснять, не искать вот журналисты Гуджика, а давайте вместе мы будем объяснять людям, что же происходит. Вот в результате вот выполнение только 45%, потому что тут тоже вот хозяйствующие субъекты, где мы проводим аудиты, то они выполняют не все требования счетной палаты и рекомендаций. Вот за 2011 год только 45% было выполнено. Но зато было собрано в национальный бюджет на 64 миллиона лей, это стоимость вот этих 45%. Было восстановлено на бухгалтерском учете материальных ценностей на 330 миллионов лей, и так далее, и так далее. По нашему предложению были приняты 12 решений правительства и еще изменения в законе, которые улучшат, скажем, и сбор налогов, и экономическую деятельность. Вот большая часть, о которой вы говорите, что не подчиняется. Не подчиняется почему? Потому что знают, что останется безнаказанным. А потому что у нас действия... нет права. Вот счетная, если вот счетная говорить, палата, она же в целом в системе, правильно? То есть, ну, дальше после решения счетной, знаете, палаты действия... Если все знаете, я молчу. Если вы хотите слушать, что я вам говорю, я вам расскажу. Вот есть несколько форм организации счетных палат. Это высший орган финансового контроля в стране. Мы руководствуемся законами счетной палаты. Мы руководствуемся нашими стандартами национальными. Есть стандарты Евросай, европейские организации вот, высшего финансового контроля. Есть Интосай, это на международном уровне. Есть 189 странах есть счетные палаты. То у нас, к сожалению, на сегодняшний день самые урезанные полномочия. Но надо понять, что мы начали, вот перешли на аудит с контроля, начиная с 2006 года. Только в 2008 году был принят закон о счетной палате. Естественно, мы не можем сравнивать себя с счетными палатами, которые есть по 200-300 лет. Вот, в том числе и в Российской Федерации. Поэтому хочу сказать, что вот есть органы финансового контроля, которые проводят аудит, информируют парламент, а за исполнение решений счетной палаты перед парламентом несет ответственность правительство. Есть счетные палаты, которые имеют право следствия. Есть счетные палаты, которые... Вот, например, в Швеции есть специальная подкомиссия в комиссии по бюджетам и финансам, которая рассматривает совместно вот, результаты аудита и принимает решения, информируя напрямую парламент. У нас может себе позволить вот, субъект, которого мы проводили аудит, не информировать нас, потому что у нас нет рычагов. Поэтому в прошлом году, в позапрошлом году в Йоханнесбурге состоялся очередной съезд Интосай, это международных органов финансового, высшего финансового контроля, и уже в соответствии с этими рекомендациями есть законодательная инициатива
где нам дадут определенные права, скажем, по, то есть рычаги воздействия на нерадивых экономических субъектов, хозяйственных субъектов, которые не хотят выполнять, скажем, рекомендации решения счетной палаты. Ну, в итоге люди спрашивают, зачем нужна такая счетная палата, если у нее нет рычагов. А зачем нужно такое телевидение? Вот что оно дает? Кроме сотрясания воздуха. Как это, зачем нужна такая счетная палата? Он же не родится. Даже если ребенок родился сегодня, то его надо воспитывать, надо выращивать. А счетную палату, он же не... Не родилась вот... Это... Надо наделить полномочиями. То есть, традиции, чтобы, есть... например, председатель счетной палаты, так же, как, например, директор Национального центра антикоррупции, имел возможность налагать какие-то штрафы, например, да? Ну вот, административные большие штрафы очень административные. Потому что я считаю, что этот закон был пролоббирован таким образом, чтобы эта счетная палата не имела рычагов. Потому что не будут же начальники сами голосовать законы, чтобы против них действовали, правильно? Сейчас все получается, они делают эти самые рапорт или деконтрол, да, как они называются. Да. И все, аут. Никто не дает никаких как это будет? Отчетов. А если бы, например, счетная палата имела бы возможность наложить там штраф, например, 100 тысяч лей на руководителя, да? Или даже пойти на то, чтобы снять с работы. В этом направлении мы приедем. Тогда они будут выражать перед счетной палатой. Значит, сегодня их не интересует счетная палата. Есть где-то счетная палата, пускай будет. Я хотела бы поговорить о системе в целом. Я когда вас спросила об окончании тех дел, что вы начали, мы говорим о системе. Вот есть счетная палата, есть правоохранительные органы. И в итоге вот вся эта государственная система, она должна принести результат своим налогоплательщикам. Где-то что-то спотыкается, где-то что-то не проходит дальше, потому что на вашей страничке все по нулям в суде. Я вам, возможно, это не у нас, это у вас. Ну вот на вашей же... У вас и у меня. Потому что вы услышали о том, что вообще вот счетная палата только с прошлого года. Вы понятия не имели, что в стране есть такая структура, как счетная палата. И люди, жители Республики Молдова, понятия не имели, что вообще, что это за зверь счетная палата. И когда я, вот, когда меня назначили, или когда за меня проголосовали большинство, вот, и товарищи опротестовали в Конституционном суде мое назначение, ну, это привычка такая. Дурная с детства у некоторых. Вот. И я сказал, что вот работал в мэрии, все знали, что это такое мэрия. И вы тоже там ходили, бегали между стульями. Вот. И сказал, что счетная палата станет самым транспарентным органом в Республике Молдова. И оно так и есть. Но если бы вы не продавали себя, вот, если бы вы были открытыми, я вам привел пример с Банка де Экономи. 9 или 11 вот, телеканалов были, и вечером нигде, ни один штрих. Так что вы меня за кого принимаете? А так уже, почему нужно, вот, чтобы это была транспарентность? Чтобы каждый человек, который выплачивает налоги, он должен знать. Вот, я хочу знать. Вот я плачу налоги, исправно, все. Но я хочу знать, как эти, вы там наверху, как вы тратите мои деньги? Почему вы вот джентльменов, которые назначил на должность и в аэронаутике, и в Молтелекомбе, и в табачных делах, и еще где, и в Банке де Экономии, все получают тарифов. По момент. Получает миллионы, вот, и вот эти, которые наблюдатели, скажем, со стороны, да. Вот меня интересует, объясните, если вы такие умные, вот объясните вы мне, почему этот получает миллионы, вот та дама за 10 месяцев 1 200 000, а почему президент получает зарплату, которую получает
вот один из тех, о которых я говорю, президент получает такую зарплату за 20 лет, а тот за один год. Почему воруют? Воруют вот средь бела дня. Вот почему в Молтелекоме закупают вот оборудование в Китае на миллиард лей, импорт, устанавливает это оборудование 400 миллионов лей. Вызываем на заседание счетной палаты, господин Михаевич, и я спрашиваю, чего ж ты, дорогой, не принимаешь в эксплуатацию это оборудование? Я как хозяйственник больше. Так я чуть со стула не упал. Он мне говорит, а оно нам не нужно. А кому оно нужно? Откаты нужны, да? И меня, да, вот это правление, которое сегодня управляет, скажем, государством, коалицией, я задаю себе вопрос, а почему вот эта ситуация и тот менеджмент, который был в аэронаутике, в Молтелекоме, в Банке де экономии, вот, в табачных делах и так далее, и так далее, как получали миллионы, так и получают. И в агентстве по регламентированию тарифов не поменялся? Вот объясните вы вот, мне. Вот, пожалуйста, критика режима, скажем так. Кстати, насчет агентства по регламентированию тарифов. Вот о них тоже известно всем, о каких-то десятках тысяч леев получают зарплаты. И они, их зарплаты пропорционально растут, пропорционально ценам на тарифы. Нет, более впечатлительно. Вот сколько получает господин Зиду там в аэропорту, ну, в одной из служб аэронаутики, 1 560 000. И когда я его, еще раз повторяю, спросил, как ты это получаешь, слушай? А что, меня привели, назначили, сказали, получать, я получаю. 5 лет получаешь, тебе не стыдно, слушай, за что? Ну, сказали, получать, получаю. Да если бы я был бригадиром, я бы разогнал бы к чертовой матери всех этих вот маститых этих вот. Вот объясните мне, почему где-то люди должны умирать с голоду, вот, или почему-то вот очень есть крикливая кампания, она то появляется, то вроде бы есть в политике, то вроде нет, то вроде бы есть в парламенте, вроде нет, с этими школами. А что же вы, сотни миллионов идут на оплату, вот, из кармана в карман, а не отдаете в школах. Почему ни один из этих деятелей, они их назначали всех? И поэтому вы говорите, почему дальше ничего не меняется. Потому что первые лица поменялись, а менеджмент остался прежний. Щупальца, которые вот засадили за 8 лет, те, которые говорили, что он не управляет государством. Я не хочу сравнивать, эти лучшие, те лучшие, но я знаю, что те такие щупальца запустили, что уже некуда. А вот говоря при Марии, вы... Вот смотрите, чтобы я закончил мысль одну. По Молтелекому один человек в стране жалуется, что его, видите ли, сын, несчастный человек, ходит без работы. У него даже заработков нет. Но его фирмы в 2011 году выполнили объем работ по Молтелекому 360 миллионов лей. Притом, со всем шлейфом нарушений. Без отвода земельных участков. Вот строят вот эти вышки для установления. Вы имеете в виду господина Воронина? Чтобы так... Я не... Вы сказали. Или господина Путина? Нет, Путин бывал только проездом. Так что не надо, вот. Господин Нурикян, также никто не забыл о тех 600 участков земли, за которые проголосовали. Значит, девочка, ты очень молодая. Не говори глупости. Не говори глупости. Это же произошло. Если, это ничего не произошло. Перед выборами при вашем правлении. Если бы я имел хоть один участок, я бы давно сидел бы в этих вот недалеких местах. А вот я вас ни в чем Бендерске не обвиняла, я просто напомнила. Ну, просто не надо говорить глупости, извините меня. Здесь хочу чуть-чуть... Потому что, знаешь, как было? Нет, это тоже надо довести до конца, потому что есть
на экране, возможно, есть горожане. И вот и когда они такой бред слышат, а как было? Товарищу Воронину службы принесли вот такую папку. Товарищ Воронин вызвал Семеновкера. Не верите мне, можете найти Семеновкера и спросить, если он не побоится сказать правду. И сказал, на, иди озвучивай. И если там было бы хоть одно нарушение, то, извините, естественно, я бы не был бы здесь. То есть тогда было все в порядке. Господин... Но другой вопрос, потому что, вы знаете, я иногда господин говорю... Господин Нурикян, можно нет, в я студии говорю вопросы некоторым, буду задавать? Да, некоторым моим друзьям я говорю, что я тоже нервный. Так вот, Урикян, будучи молодым инженером и вторым секретарем райкома партии, Центральный комитет партии назначил меня начальником строительства Бричанского сахарного завода. Там завод стоил в районе 300 миллионов лей. Отдал 5 лет, 78-83, пока меня не отправили в Ленинград. Без единого выходного. И один джентльмен покупает этот заводик, сахарный завод 11-й молдавский, значит, за 360 тысяч долларов. Потом разбирает рельсы вот этой ветки железнодорожной Ивановцы, Бричаны, так, и продает с Гордону Министерство транспорта Молдавской Республики за 3 миллиона долларов в том же году. А потом, как рекомпенса за вот эти дела, был выдвинут на пост генерального примара столицы. Конечно, проиграл. Если вы мне позволите, я все-таки задам вам вопрос. Кстати, хорошо, что вы напомнили опять о примарии. Как вы думаете, станем ли мы свидетелями аудитного отчета о деятельности примарии, возглавляемой Дарином Киртуака? Не понял. Вот станем ли мы свидетелями отчета счетной палаты о деятельности примарии, руководимой Дарином Киртуака? Мы заслушивали отчет и Дарина Киртуака, и всех служб примарии. И по строительству дорог? И то, что происходит по последние всем годы? Делам. По всем делам. У нас есть отчет аудиторов, 150 листов. Вот вы сами вы все сказали, были что... приглашены, вы всегда вот приглашаетесь на заседание счетной палаты. Просто давайте поговорим о конкретной ситуации с реабилитацией дорог. Изначально мэр столицы сказал, что у нас будет строительство 10 дорог. На это взялся кредит из банка, который сейчас выплачивают кишиневцы, будут выплачивать еще очень долго. Потом оказалось, что эти 162 миллиона взялись под реабилитацию дорог. И очень многие говорят, что там что-то нечисто. Вот вы эту ситуацию проверяли? Значит, аудиторами проверены все направления, все управления мэрии. Мы их заслушивали, заседание продолжалось 4 часа. Присутствовали очень многих, вот были представители телевидения. Все жители города были проинформированы. Кстати, хочу сказать, что некоторые, вот там, где есть онлайн-регистрация присутствующих, вот на вот зрителей, иногда от 7 до 9 тысяч присутствует онлайн зрители. То есть вы провели проверку? Обязательно провели. И обязательно вот только сегодня утвердили и что вы проект нашей деятельности на будущий год. И мы опять-таки планируем Кишинев, потому что есть большие упущения. Можно собрать намного больше денежных ресурсов в этой территории. Есть проблемы незавершенное строительство, около, по-моему, 500 миллионов лей. А с дорогами? Вот к чему вы пришли, к какому выводу? А что с дорогами?
Дороги надо делать. Ну, вот касательно этой ситуации. Дороги когда, риторикой не сделаешь. Ну вот конкретно. И тут надо ситуацию разобраться. Вот, но интересно получается. Очень многие дороги в Кишиневе входят, они не городские, а национальные, которые вот транзитом проходят через Кишинев, скажем, со стороны Страшен, в том числе бульвар Ленина, Джебал и туда дальше к аэропорту. Это национальная дорога. Соответственно, министерство. Да и должны вот, строить, ремонтировать министерство, потому что они у них на балансе. Я когда вот раньше, когда работал мэром, когда увидел, какой бардак, вот, особенно, я извиняюсь, я вообще-то не применяю вот такие более ярко выраженные фразы, но вы же так ставите вопрос. Вот вы помните, был, есть этот мост с Сыжера, но там кто проезжал, это самый длинный, 788 метров, самый длинный мост в Молдове, там без зубов оставался. Я взял на баланс примарии, я отремонтировал, и уже прошло лет 10, и мост красавец. А вот какое мнение вынесло, какое решение вынесла счетная палата о дороге, отремонтированной на Алба-Юле? Значит, все материалы переданы в прокуратуру по тем правонарушениям, которые были зафиксированы аудиторами. И мы ждем информации от правоохранительных органов. Я понимаю, что ну, у нас и традиции в прошлом, и сейчас. Нам бы хотелось, чтобы вывести. Тройки у нас нет и не будет, дай бог, чтобы не было. Что вы хотите вывести перед счетной палатой, расстрелять пару хозяйственных субъектов и на этом закончить? Нет. Весь этот механизм, который есть в стране, он должен быть функциональным. Но исходя из тех цифр, которые вы представили, да, он не работает. А что, я обрадовал вас, что мнение у меня, что блестяще все работает? Серафим Александрович, вот вы 11 лет руководили столицей, порадовались, когда избрали нового молодого примара. Потом сказали, что ожидали от него больше реформ. Вот обращался ли он к вам когда-нибудь за советом? Значит, я никогда не говорил, что я ожидаю или не ожидаю больше реформ, потому что сперва надо знать, что ты хочешь. Вот какие цели ставишь перед собой. Вот молодой примар к вам обращался за советом? Значит, я неоднократно говорил о том, что вопрос по мэрии для меня табу. И я думаю, что да, я жду. Вот, господина Киртуака, больше положительных дел. Я хочу иметь положительных эмоций. Я хочу иметь хорошие дороги. Вот как, допустим, Чуфля, 97-й год, Измаил, 99-й, Букурешт. Вот, а имеете то, что на Алба-Юле, да? На старая почта, Чаукарь, Мирча-Чалбатрын и так далее. Прошло 13 лет, и на них нет ни одной царапины. Тем более вы должны быть возмущены тем, что творится на улице. Допустим, то, что было на Алба-Юле, я уже не говорю про остальные дороги. Потому что все мы ездим по городу и удивляемся, куда уходят наши деньги. Куда уходят наши деньги, я вам объясню. Вот если Измайловская, от Штефана Чермари чуть выше, потом туда до моста и так далее, обошлось казне в 26 миллионов лей, в том числе снос около 100 домов, потому что вы помните, наверное, что там было, то уже пан Халипа, уже при доблестном правлении, тот, который поехал открывать эту улицу, когда узнал, кто был пан Халипа, то чуть оттуда не удрал. Обошелся в 140 миллионов лей. Построили кусочек забора и покрасили эти горельефы на мемориальном центре. 147 миллионов лей. Если бы у меня было 147 миллионов лей, я думаю, что я бы
заасфальтировал половину города. Потому что тогда бюджет города был 500 миллионов, а сегодня 2 миллиарда 500 миллионов. А вот вы как думаете, почему у нас так, та же ситуация продолжается вот из года в год, когда вроде бы и деньги выделяют, либо их откуда-то здесь по разным оценкам берут кредитами? Сложилась, скажем так, такая ситуация по разным оценкам, что где-то от 20 до 30% из всех государственных, скажем так, заказов составляют откаты, так называемые. Но это трудно доказать. Я помню, что были какие-то уголовные дела, там они были доведены до успешного завершения в прокуратуре, в антикоррупционной прокуратуре. И здесь, конечно же, да, какой-то контур — это большой объем работы. Чтобы... А что, в Бельцах лучше дороги? Мы проводили аудит Бельцах. Но вы же были премьером столицы, я поэтому вас спрашиваю. И у нас, согласно некоторым оценкам, не добирается один бюджет. То есть, если у нас, скажем так, ПИБ 6 миллиардов официально долларов, да, это так, 5-6 миллиардов долларов, еще один ПИБ 5-6 миллиардов — это теневые деньги. Это называется, возьми фискала здесь. Мы входит, проверили все другие вопросы. Одну треть административно-территориальных единиц. То есть первый уровень, второй уровень, районы и примарии сельские, одну треть. И мы посчитали, в том числе и Кишинев, что недоборы, то есть упущенные, это 500 миллионов лей. Это одна треть. А если... Да, вот то, что я говорю, господин Аракян частично подтверждает. То есть они выявили где-то около 500 миллионов лей, это при том, что у них нет функции, скажем так, деконтрола, деконсенсу, деанкет. А, да. У них это, они так поверхностно по документам работают, скажем так. А если глубже копнуть, то система сложилась у нас, к сожалению, в 90-х годах, она продолжалась при коммунистах, при Воронине, и ее усовершенствовали. И сейчас Альянс практически, скажем так, не сумел сломать этот хребет, она поддерживается. Тут господин Аракян выступил критиком, скажем так, Альянса по некоторым позициям, что вот эти деньги, скажем так, расходуются нецелесообразно и так далее. Здесь, конечно же, Альянс имеет большое упущение. Надо признать, что вот Альянс имеет какие-то, скажем так, наработки в политике евроинтеграции, да? Даже в той же юстиции и так далее. Но то, что касается вот администрирования бюджетного, то есть траты государственных бюджетных денег, собирания налогов и так далее, здесь есть большие проблемы. Большие проблемы. У нас вопрос от Сергея Добровольского, от нашего зрителя. Я напоминаю, что вы можете и позвонить также нам по скайпу. Вопрос к господину Аракяну. Не жалеете ли вы, что потеряли свою партию во время прихода к власти Альянса за европейскую интеграцию? Планируете ли вы заняться вновь партийной деятельностью после исчезновения Альянса? Да. Ну зачем хоронить Альянс? Вы видите, что они все втроем утверждают, что Альянса быть... Ну вот вы правильно, сейчас я отвечу на этот вопрос, но мне вот вы сказали, что я критиковал нынешнее правление и так далее. Да, там, где есть недоработки, но есть же очень много положительного. Вот посмотрите по исполнению государственного бюджета. У нас еще вопросы от зрителей, поэтому будьте добры, ответьте на поставленный вопрос. Не жалеете ли вы, что потеряли... Или на... Может быть, у нас более-менее свободный разговор. Ну вот зрители интересуются, не жалеете ли вы? Нет, я ничего не жалею. Может, я жалею о том, что я не успел многое сделать в Кишиневе. Вот, и реку Бык превратить в зону отдыха, как Дембовица в Бухаресте, или как в Минске есть тоже подобное. Там должно было быть... 9 каскад, ширина вот этих озер от 34 до 89 метров. Вот это, для этого надо было 150 миллионов лей. То, что там потратили вот на Панхалипа, 147 миллионов, как раз хватило для того, чтобы вот зона реки Бык стала зоной отдыха. Господин Добровольский спрашивает, планируете ли вы заняться вновь партийной деятельностью после...
вы знаете, исчезновение Альянса за европейскую интеграцию. Я не хочу сегодня ставить вот клеймо на себе, что я вот клянусь, что не буду. Если время и Родина потребует, сделаем все, что нужно для Родины. Здесь маленький комментарий. Надо все-таки вспомнить, что в 2009 году ОМН пригласили коммунисты в коалицию. Да? Господин Орикян выступал на телевидении, что ему вроде предлагал 5 миллионов евро, по-моему, там. Это ваша декларация, я ее помню. Если бы господин Орикян тогда бы согласился, он бы сейчас был бы и премьер-министром, или бы что-то в этом роде. Так понимаю, что вам предлагали должность премьер-министра. Не будем это. Нет, но это очень важно для того, чтобы, чтобы сделать заметку, что господин Орикян тогда не согласился на эту коалицию, а МН в следующий парламент не попал, но зато спасло демократию в Молдове, скажем так. Да. Ну, это ваше мнение. У нас есть звонок по скайпу. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к господину Орикяну. Здравствуйте. Здравствуйте. Господин Орикян, хотел бы спросить у вас, как вы расцениваете, простите за нескромный вопрос, как вы расцениваете на политику Молдовы влияние иностранных спецслужб, тайных сообществ, масонских, различных направлений, Запада и так далее? Как вы расцениваете влияние их на всю геополитическую структуру страны? Я думаю, что несколько мы преувеличиваем. Вот. Я думаю, что более слабой организации масонов, чем в Молдове, вообще не существует. Где-то в другой стране, да, пусть они меня простят, те, которые состоят в этом институте. Сказать, что влияние Запада, влияние Востока, вот когда у нас будет национальная идея, когда мы поймем все, что это наша Родина, что это наша земля, что я большинство из нас фактор, тут... Внешний фактор. Что-что? Я спрашиваю вас про внешний фактор, который влияет он или нет, и насколько сильно влияние сейчас? Я думаю, что он не определяющий. Почему? Потому что противопоставление изнутри достаточно желает быть лучшим. Но сказать, что влияет, когда нас Запад кормит, извините, 122 миллиона, только помощи вот в этом году. Ну так это же вы же попросили эти деньги, раньше их не просили? Ну, не надо, это когда раньше? Так коммунистов давали 22 миллиона в год. Я хочу сказать, что помощь, помогать начали с 2006 года. В 2006 году было 25, в 2007 25 и так далее, и так далее. И в этом году уже вот дошли до 122 миллионов. А если бы нет... Так что? А я вам скажу. Можно я скажу? Можно. Я просто... Ваш собеседник говорил про ПИБ, Produce Internal Product, правильно? Да. Как вы расцениваете то, что Produce Internal Product, внутренний валовый продукт, был накручен за последние два года только за счет переводов гастарбайтеров извне? Ну, я если... спрашиваю поэтому про внешний фактор. Давайте мы тогда поставим точки над «и». Давайте. Давайте. Вот это уже разговор. В 2001 году, когда пришли к власти, ну, тогдашняя правящая партия, потому что почему-то в этой студии не любят говорить о коммунистах, хотя я говорю с удовольствием, за рубежом были, вы не путайте, марксистско-ленинскую партию, и Бог его знает какую. Не надо, я и на это тоже поговорим, если надо. Вот. Было за рубежом в районе 40-45 тысяч человек в 2001 году. А уже вот поближе к 2009 году уже было где-то в районе 1 миллиона человек, которые перечисляют 1 500 000 000 долларов в страну. Когда, а я не согласен с вами. Когда в Украине, вот в Украине, так, поступление от гастарбайтеров... Ну нет, давайте про Молдову. 2 миллиона... Нет, я для сравнения, но надо же... Ну, смотрите, 2 миллиона, это хорошо. 2 миллиарда 300 миллионов. Но давайте будем сравнивать с другой страной. Что? Давайте мы можем сравнивать тогда с любой страной. Просто вы, как председатель счетной палаты, должны понимать, что мы зависим от грантов, правильно? Кредиты, промуты и так далее. Неправда. Мы зависим от гастарбайтеров. Я хочу сказать, чтобы вы нет, знали. Мы зависим от внешнего фактора.
молодой человек. Это вы приняли это решение. Они работают за рубежом. Но я хочу сказать, как мы нерочительно на протяжении вот с 2000 года используем эти ресурсы, потому что 1,5 миллиарда прибывает в страну денег, и еще на 1,5 миллиарда импорт продовольственной продукции. И вот эти 1,5 миллиарда проходят через желудок жителей Республики Молдова и возвращаются обратно. Помидоры в Турции, бананы. Ну, вы как показатель счетной палаты, показатель экономического климата, он только падает. Молодой человек, спасибо вам большое за интервенцию. У нас новый дозвонившийся. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. У меня вопрос к Серафиму Александровичу. Да, слушаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, Серафим Александрович. Меня зовут Светлана. Я хотела спросить, по деньгам, выделенным МВФ на оптимизацию школ, местные власти уже отчитались. Но когда мы обратились с письмом в Гладянский райсовет с просьбой представить отчет, куда и как распределились выделенные средства, районные власти не торопятся с ответом, куда можно дальше обращаться. Ну, есть министерство соответствующее. Какое министерство? Представитель правительства в территории, он сидит в Бельцах, по-моему, Гладян относится к Бельцам. Есть, в конце концов, вице-премьер по этим проблемам, есть правительство. Сейчас мы заканчиваем как раз аудит по этой проблематике. В ближайшее время, я думаю, да, до Нового года мы будем заслушивать на заседании счетной палаты и этот вопрос. Угу. Проблемы есть, но ее нельзя политизировать, так как у нас. Сперва привести страну к пропасти, а потом лить это все на других. Я понимаю так, что ты, если человек в политике, то надо сообща, в оппозиции, ты не в оппозиции, а нести ответственность за ситуацию в стране. И искать пути критикой. Мы не выведем страну из этой ситуации, которая есть. А вот почему я не слышал ни разу от оппозиционных партий хоть одно предложение, хоть одну программу, которая по выводу из кризиса вот, экономику республики, правда? Я думаю, что если бы вы пригласили в эту студию представителя... Хотел сделать. Действительно, Евросоюз и господин Барозу недавно был в Кишиневе, обнародовал цифру, что как per capita, то есть на душу населения Молдова получает самое большее из восточного партнерства, да? То есть 127 миллионов это только донаций. Это не кредиты, чтобы люди понимали четко. Это просто донаций. То есть по-русски это как будет донация? Дарственные деньги, да? То есть нам подарили 127 гранты. Миллионов. Гранты. Которые... Но эти то есть это безвозвратные деньги. То есть это огромная сумма для населения в 3 миллиона человек. Но надо еще одно сказать, что те другие деньги, которые даются МВФ и Европейским банком реконструкции и другими структурами, они тоже составляют часть грантов из этих денег. То есть но, которые граждане, на себе не ощущают. Но здесь надо понимать, что в 2009 году мы были на дне. И с этого надо по чуть-чуть подниматься. То есть страна была в шаге от дефолта. Минус 7 миллиардов бюджет не добирал и так далее. То есть практически была заблокирована Молдова и с Запада, и с Востока. И с Россией были плохие отношения, и с Евросоюзом. То, что этот альянс сделал, он должен выровнять ситуацию. Выровнять. И это пока что удается. А уже после этого альянса какая будет политическая структура? Она должна уже, скажем так, работать на повышение качества жизни людей. А удается в чем? Сельское хозяйство на коленях, экономика на животе, люди 1 миллион, то есть каждый третий за рубежом, дети беспризорные. Значит, как выйти? И вот протянули руку. Нет, мы должны сказать правду, господин Рыкин, давайте скажем правду. Евросоюз помогает другим странам вот такими большими деньгами Палестине и Республике Молдова. То есть в Палестине катастрофа там. Они не говорят об этом, но в Молдове тоже катастрофа, как говорит и господин Урекян. А демографическая ситуация? Понимаете, у нас практически страна на грани, скажем так, развала. Да? То есть не 1 миллион, но, скажем, 700 тысяч точно за границей.
Это же катастрофа. Это власти, каждый третий человек за границей. Но власти говорят о том, что... Экономика не работает. Что у нас продвигаются реформы, что достигнуты есть, результаты. Надо разделять две составляющие реформы. Это политическая реформа, знаете? И есть экономическая реформа. Это две другие разные составляющие. Политическая реформа, господин Барозу, и все эти эксперты европейские говорят, что она идет хорошо. То есть юридическая и политическая составляющая реформа. Здесь больших вопросов нет. Вопросы вот здесь. Социально-экономический блок. У нас в этом контексте вопрос от нашего зрителя. Использование иностранной помощи входит в поле зрения Счетной палаты? Нет. Мы можем выполнять аудит только по предложению некоторых зарубежных структур. Таких аудитов в прошлом году мы выполнили 3. Но я и хочу, еще вот, в, нет, я к хочу этой поставить теме... акцент на один вопрос. Я тоже имею право. Конечно, вы знаете, какая самая большая боль для меня? Какая? Вот, например, вот эта демографическая ситуация, в прошлом году только баланс ноль. До этого больше умирали, чем рождались. Вот когда едешь или идешь по улицам Кишинева, и не только Кишинева, и когда не видишь беременных женщин, да извините меня, то это такой показатель, ну самый такой... низкий показатель падения вот и экономики страны, и политики, и что хочешь. Потому что те пару сотен лет, которые получает женщина на ребенка. Вот до чего довели коммунисты страну, видите? Скажите, пожалуйста, вот за эти 3 года Альянс что сделал для повышения рождаемости в стране? А вы их спрашиваете. А вот, вы же были частью Альянса. Я хочу... Я сейчас... Тогда у нас вопрос... Сейчас я вам отвечу. Мы тогда не дойдем до вопросов от наших зрителей. Ну, так вы так ведете. Ведите так, чтобы вы дошли. Вы мониторизируете ли вы использование средств, которые идут на так называемую оптимизацию школ, спрашивает Светлана. Я вам сказал, что заканчивается аудит по стране. И, пожалуйста, не издевайтесь над будущим страны, потому что дети – это наше будущее, действительно... при любой идеологии, и так называемые реформы и так далее, вы знаете, это не совсем аккуратно, будем говорить так. Вот я вас готов буду проинформировать к Новому году об результатах вот по стране. Вот ваша личная гражданская позиция вот, касательно закрытия этих школ. Значит, моя личная гражданская позиция такая – что дети в школах должны получить исключительно хорошее образование, прекратить вот эти распри на телевидении и так далее, потому что превратили некоторые политики наши в учебные пособия телевидения по извращенным методам. К сожалению, мы сегодня имеем столько сигналов из различных районов, где добились все-таки седые дяди в парламенте и в других местах, вот давление на молодежь и так далее. И это не зависит, где будет учиться этот ребенок. Когда на 10 детей есть 50 учителей, извините, система образования должна быть эффективной, должна приносить вот плоды обществу, потому что действительно будущее зависит от тех детей, которых мы сегодня... Вот вы же получили хорошее образование. Сколько вас было в классе учеников? Ну, вы знаете, было много. Было много. Можно в этом контексте я спрошу? Было до 30 детей. У нас в Ларге была отличная школа. Всегда было по 2 выпускных класса. Из Ларги, кто не поступал в вуз в Кишинев или в другой, даже не возвращался домой, а работал тут, чтобы в будущем году поступить куда-то. То есть в Ларге было стыдно не поступить где-нибудь учиться. И школу не закрывали, если там недостаточно количество детей? Ну, вы знаете... Речь идет об эффективном, если с точки зрения Счетной палаты, об эффективном использовании денежных ресурсов.
Вот. Вы же сами говорили, что на детях нельзя экономить. На детях. Вы же сами говорили, что на детях нельзя экономить. Ну так давайте будем держать на 10 детей, 50 учителей и так далее. И в этих развалинах школ, которые достались вот после... Выбили целые села. Но не все, говорить. Далеко не все школы развалины. Вы видели те школы, которых, которые закрывают, потому что там недостаточное по их меркам количество детей? Я смотрю через призму финансов, через призму эффективности вот этих вливаний со стороны национального бюджета. А разве наше будущее, о котором вы говорите, которое вот дети свое олицетворяют, могут восприниматься в качестве рациональных или нерациональных финансовых вложений? Ну, это достаточно глупо, вот такая констатация. Потому что я говорю еще раз, что дети должны получать хорошее образование. И пока вот на этом поприще, конечно, есть еще очень многие неиспользованные резервы. Здесь много спекуляций. И спекуляций больше, чем нужно. Все так понимают, как вы заговорили... что нужны современные школы с техникой, с учителями. А какие могут быть условия, скажем так, в школе, где там один класс, 10 детей? Давайте будем все-таки рациональнее подходить к этому вопросу. Когда закрывают даже когда школы, в одном где, классе учатся дети первого класса, второго класса, третьего класса. Я подозреваю, что есть и субъективные решения. Может быть, где-то какие-то точечные неправильные были решения. Но в целом процесс надо поддерживать, оптимизации школ. Это то же самое делается и в Украине, и в Румынии, и в России. Это не наш, скажем так, изолированный процесс здесь. Я не хочу... А вы были бы согласны, чтобы ваш ребенок, допустим, с утра 40 минут пешком шел в соседнее никто село? Его... Нет, я уже говорю, много спекуляций. Ну вот вы, как граждане, говорю, вы были бы согласны? Я вам отвечаю. Мы уже теряем 15 минут, может быть, есть другие важные вопросы. Это очень важный вопрос, действительно. Но много спекуляций на эту тему. Вот без спекуляций, вы как отец, согласны нужны... были бы, чтобы ваш ребенок с утра или мы вечером в темноте? Мы пришли на эмоции уже. Нас пытаются разрывать. Я говорю, или давайте будем что-то обсуждать. Давайте плакать. Хотите? Или... Давайте будем плакать. Я хочу... Да, мне тоже, скажем так, нехорошо от этой темы. Что-то закрывается, школы, это нехорошо. Но оптимизация должна делаться точечно. Точечно, да? Если есть маленькая школа, где там есть... 10 детей нецелесообразно калечить этих детей. Их калечат. Рекомендации давать по... Потому что нет условий ни для того, чтобы они учились, ни для того, чтобы они обогревались, ни для чего, понимаете? Я, например, вот в третьем классе учился в селе Калибаш, там была школа где-то на пруту, советская школа. Очень хорошая, кстати. Я имею в виду да. Не здание, а в Калибаш отличная школа. Топили углем. Иногда не было этого угля. То есть иногда просто-напросто, я вам говорю, это не ситуация. Вот вы говорите о точечном подходе, но вот его же не было. С родителями никто не обсуждал. С теми педагогами... Были перекосы, я согласен. Мы закрыли эту тему. Да, что, давайте другие вопросы, иначе мы теряем тут, передачу. Я понимаю, что она вам не особо интересна. Политическая навязчивость. Я понимаю, что нет, эта тема давайте, для вас, вопрос, вас нет, почему-то нет, задела нет. Лично, хотя не могу понять, почему. Давайте к другой теме перейдем. Допустим, случай в Аргееве, вот в школе-интернат. Я не знаю, если здесь у нас с вами будут разные мнения касательно этого случая, когда детям-инвалидам ставили на стол суп или кашу, в общем, какую-то бодягу, в которой были черви. Конечно. Это снято на видео. Конечно, это идея. Но такие случаи вот с гнилыми овощами и с оленями и так далее, счетная палата раскрыла в Бельцах. Вот я не хочу провести какую-то параллель, но вот эти факты, конечно, они из рук вон выходящие. Если вам нужны вот материалы по другим территориям, я дам задание, вам подберут и фотографии, и материал вот в кассете и так далее. Это неординарно, не... Это вопиющие нарушения, они должны быть наказаны по всей строгости закона. Знаете, что интересно? Мне вот от вас и от вас очень интересно узнать, кто они. Потому кто что они? Кто должен быть наказан в этой ситуации? Кто ответственен? Если потому бы что, я был поверьте... министром просвещения, или как это называется, министром эдукации, я бы подал в отставку, лично я. Я вам говорю, после того, что было в Хенчештах,
тот случай вопиющий, после того, что видели в Бельце, я бы подал в отставку. Если а после ты... случая в Аргееве? И в Аргееве, и так далее. То есть, практически, знаете, что получается, самое... что Министерство просвещения, да, называется точно, не выполняет четко своих, скажем так, предусмотренных законом обязательств. Самое интересное, что в этом случае Министерство образования говорит, что оно ни при чем. Как это ни при чем? Потому что не на их балансе находится эта школа-интернат. Вот посмотрите, какая цепочка. Надо посмотреть, на чем балансе. Министерство просвещения говорит, образование говорит, что не на их балансе. Хорошо. Министерство соцзащиты. Министерство соцзащиты требует от журналистов, чтобы они доказали тот факт, что это случилось. Идем дальше. Ну хорошо, разберитесь и доказывайте. А там есть ответственные лица. Вы говорите, Несколько вас спрашивают. Медийные ресурсы вот для того, чтобы освещали вот этот... Потому что господин Варикян, может быть, согласится или нет со мной, но считает, что в Молдове у нас отсутствует такое понятие, как честь мундира. Да? Вот, например, на Западе мы видим, если кого-то там в плагиате заподозрит, кого-то президента Германии, например, или министра, он подает в отставку. Демиссия де унари, как это будет по-русски? А у нас этого нет, к сожалению, этого нет. Я здесь с вами полностью согласен, что... Значит, виновных нужно наказывать самым строгим образом. Все. Вот в том-то и проблема, что закрыт никто вопрос. Не знает, кто из них. Так, к сожалению... Значит, вы не знаете, вы не знают. Вы не знают, на чем балансе. Они знают, кто за них ответственный. Есть городские власти, муниципальные. Есть районные власти. Есть представители правительства в территории, есть прокуратура, которая может спать аутосессиза, есть другие правоохранительные органы, есть центр превентивной медицины, который до недавних пор осуществлял контроль. Сейчас они говорят, что создалось при Министерстве сельского хозяйства агентство по надзору за секьюритати алиментари, которые, в принципе, должны были монетизировать эту ситуацию. И они жонглируют вот друг от друга этими обязанностями. В итоге речь идет о детях-инвалидах. Значит, вы нас втягиваете в какой-то разговор. В общем, мы ответили. Не слышал об этом. Но входить в детали уже нет смысла. Потому что мы органы контролирующие, мы не владеем информацией полностью. Понимаете? Вы думаете, счетная палата, которая отреагировала в случае с Бельцем, не отреагирует в случае с Аргеевым? Что? Насчет качества продукта. Так я первый раз слышу. Качество продукта это их некомпетенция. Качество продукта. И это не относится к компетенции счетной палаты. Нет, давайте не вникать в такие точечные вопросы. Так говорят большинство структур. У нас звонок новый от нашей зрительницы или зрителя. Добрый вечер. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Серафим Александрович, можно вопрос? Можно. Бюджет заложен оплата труда учителей на 2012-2013 год, да? Алло. Да-да, я слушаю. Слышно, да? Вот. Но Гладянское управление финансов сообщает, что за ноябрь-декабрь учителя не получат зарплату, потому что денег в бюджете нет. То есть они не были заложены, это ошибка местных властей. Местного районного управления. Значит, единственное, что я вам хочу сказать, что вы зарплату получите. Спасибо. Кто бы не был бы виноват. Спасибо большое. Я сам вот и проконтролирую это. Вот, и в Министерстве финансов нужно посмотреть, как спят хорошо вот местные органы самоуправления. Потому что, когда вы их вызываешь на заседание счетной палаты, они очень изнежены. Слишком заполитизированный. Вот два дня тому назад или три вот заслушали Кагульский район, то там такие изречения. Вот я разберусь там уже до конца. Потом принципиально. Потому что воруют. Вот мозгов нет, чтобы управлять районом. Собирать вот эти деньги, которые должны накопиться вот местные налоги и так далее. Потери, вот упущенная выгода 27 миллионов по Кагулу, наверное, по Гладянам есть, а их это не беспокоит. Потому что, видите ли, они принадлежат к какой-то элитной партии.
А меня это не интересует. Учителя никому не принадлежат. Учителя имеют семьи, хотят их... Гладианы получат зарплату. Учителя отказались в пользу оптимизации от частичных своих заработков для того, чтобы могли отопить просто школу на зимний период. То есть нам отопление дали только вот сейчас, в начале декабря. Третий этаж вообще отрезали от отопления. У нас дети сидели просто в куртках в школах. Многие болеют. У нас единственный лицей во всей Молдове. Вот вы сделаете так на молдавских свадьбах, когда свадьба заканчивается. Вот выводят женихой и невесту кувиват Элскота Фара. А пека, что у меня остается на прешедентеле районовой, скотеться для кого кувиват. К примару кто-то. Работать должны. Да, спасибо. И поменьше было. Примар нам тоже говорит, что идите дальше, потому что его не устраивает наша школа. А, если его не устраивает... То он... Русско-молдавский лицей с уклоном в спортивный. То есть он и теоретический, то есть гуманитарный, реальный и спортивный. И у нас учатся дети-инвалиды. Друзья мои, вот я хочу сказать не только для вас. Мы научились, когда что-нибудь происходит, вот кому-то вот в голову взбреднуло что-то. Вот премьер-министр, что он там делает? Или президент, он думает, что вот не досолили борщ в Аргееве. А что делают эти джентльмены, которых вы избираете? Прогоняйте их, если они не справляются. Господин Нарикян, у нас вопрос от Николая. Аньюни, дом иного, дом на Ткачука, декларатка до меня вастры. Ать дус чел мой интенс, ще актив, тратати веку печереме, пына ла 3 июня, рефериторы ла леджера прешединтелой. Потревит лу и Ткачук, до меня вастры, ать терминат орче фел де тратативе, дупа каре вас сунете. Și vă întreabă Nicolae dacă așa a fost sau nu. Deci, dacă Nicolae, eu nu știu cine e domnul Nicolae, eu cu cea mai mare stimă, către oricine, chiar dacă e oponent, așa e? Если он даже опозиционер, или он имеет другие взгляды, то я с глубоким уважением отношусь к любому человеку, который имеет в голове что-то. А вот когда бред... то это уже, ну, знаете. Значит, никаких звонков. А если хотите знать, вот, то это... Я предложил товарищу Воронину. Значит, найди в себе силы, откажись от всех постов в государстве, ни президент, ни премьер, ни председатель парламента, и тогда Альянс «Наша Молдова» будет искать возможность найти один голос. Он сказал, что нет, я до 70 лет должен быть председателем парламента. Меня ассистировал Мижей. По моей просьбе я обратился к Солане и к председателю Евросоюза. И они делегировали, потому что я знал, с кем я имею дело. Значит, переговоры были? Звонков не было, переговоры значит, были? Переговоров не было. Ну, вы же сказали. Был, подождите. Ну, слушайте, что вы с какими-то ворами тут разговариваете? Что это за блатные жаргоны? Вот? Был какой, диалог. Какой жаргон? Диалог. Вот, был политический... Подождите, что за переговоры? Был политический диалог. Он был необходим между всеми партиями. Если у вас есть терпение, что я вам... Чтобы я вам объяснил, что же все-таки произошло. Ну, это интересно, между прочим, да. После 7 апреля, после того, что произошло, значит, была резолюция Европарламента, была резолюция АПЧЕ. В 7 пунктах и там было прописано вот, предложить вновь партиям, которые пришли к власти, вот... Диалог, чтобы не... Потому что на Западе боялись, что начнем рыть окопы в Кишиневе, и не только в Кишиневе. Двое отказались вести этот диалог из трех. Да. И тогда председатель... Мижей, вы с Мижей, да? Не Мижей. Председатель Евросоюза, когда он прилетал к нам, и Солана обратились ко мне, учитывая... другие нюансы, и попросили, я сказал, хорошо, я готов вести этот политический диалог, но только дайте мне
вашего представителя, потому что джентльмена, с которым я должен вести диалог, я знаю его так. Я даже боюсь спросить, какие нюансы. Вы так реагируете на мои... Сколько встреч у вас было, если можно... Не беспокойтесь, я очень нежный. Господин Нурикян, давайте поменяем. Это интересно, сколько встреч было? И мы начали вот этот политический диалог. Но, к сожалению, Воронин так и не предложил ничего. Ну, он говорил, что вы прятались под чердаком, где-то там... Это, знаете, это... Где встречались, тоже имеет значение. Бред, может быть. Если он, например, Коштыряется, ну что он... Да-да, а где вы встречаетесь? Вот интересно, вот где? В Джулиане? Мы встречались. Теперь я понимаю, почему вы выбрали господина тихо, Михаеша. Мы встречались. Почему вы говорите мне а тихо? Что, он будет потому драться? Что вы мешаете, чтобы узнали правду господина Воронина. Подожди, ну, не подожди. Совсем красиво да. говорить мне тихо. Кстати, а вы, что? Господин Михаеш, отказались поучаствовать с Ткачуком, который вас давайте выбрал. Давайте договорить, важнейшая тема в истории Молдовы. Я важнейшая хочу тема. Сказать, почему что? Остался Лиаса Маныпич? Мы проводили эти встречи. Значит, в Кундрице и в кабинете, в том разгромленном, так сказать, президентском дворце, на второй или на третий день, все в кабинете товарища Воронина было идеально. И там мы проводили встречи, там были и другие представители партии «Альянс Наша Молдова», но он был невменяем. Не понимал. Отодвинься и будем искать вариант. Потом я хочу сказать, ну это поговорим, если не так, а вот именно шаг за шагом, поговорить по-человечески. Можно многое раскрыть. Параллельно я вел переговоры, уже это переговоры можно назвать, не политический диалог, с представителем партии товарища Воронина, которые обещали мне, что найдут 7 голосов для избрания президента вот, коалиции, АИЕУНУ. Да. И это было гарантировано. Правда, но... было бы интересно, если бы здесь сидел сторонник или представитель партии коммунистов для такого вот диалога. Даже не может вам оппонировать. Что он должен делать? Драться со мной? Давайте на личности не переходить. Просто это информация эксклюзивная. Вы даже это не понимаете, никто... что здесь творится, между прочим. Историческая информация произошла здесь. Эксклюзивная информация, которая повторяется который раз. Господин Борин говорит, что они встречались на чердаках. Они, оказывается, встречались в Кондрице и в президентском дворце. Да. Это эксклюзивная информация. Что, чердак? Вам сейчас проще от этого жить? Да, конечно. Я прокомментирую эту информацию. Господин Нурикян, да. Вот возвращаясь к столице, у нас вопрос. Почему вы в свое время не настояли на том, чтобы принят был градостроительный план города? Возможно, сейчас было бы проще. И вот вспоминается в этом случае разрушение сейчас памятников архитектуры, на месте которых строятся гостиницы, вот не так далеко здесь, на Щусева 52. Вы, наверное, имеете в виду вот этот дом боярина этого перед Министерством сельского хозяйства, да? Вы это? Нет, я сейчас спрашивала... Нет, это память архитектуры... Но я забыл этого. Я говорю про Щусева 52, где сейчас строится восьмиэтажная гостиница. Разрешение было подписано примарией, потом... Меня просто поражает, если вы приглашаете кого-то, и не мальчика с улицы, то готовьтесь, когда задаете вопросы. Хочу вас проинформировать из первого источника, что когда Урикяну был примаром столицы, ему... оказали помощь международные организации, в том числе есть такая организация, как ПНУД, так? Дали нам $360 000, это были бешеные деньги по тем временам, и практически градостроительный план, вот нельзя говорить о том, что вот этого плана не было, потому что это было несколько этапов. И последний градостроительный план по Кишиневу был утвержден как раз в 89 году. Но для того, чтобы выпустить вот этот градостроительный план в 89 году, надо было привлечь вот из Москвы уйма проектных институтов, из Киева уйма проектных институтов, потому что непростое это дело. И мы уже вот... По-моему, мы даже утвердили окончательно вот
градостроительный план. И речь идет о других вещах, которых вы немножко путаете. Есть несколько решений правительства по запрещению строительства вот в периметре улицы Садовая, то есть Матиевич, и чуть ниже. Ну, это не важно. О запрещении строительства вот, без разрешения правительства в этом периметре, потому что речь идет о, вот, об исторической части города. Вот чтобы на будущее вы меня ни в чем не обвиняли, я хотела бы уточнить, план был принят или нет? Был. Я не помню год какой, но был. И у нас... Но вы знаете, вот когда... Ну, надо же понять, что такое план и что такое не план. Дело в том, что иногда в градостроительный план вводятся, скажем, изменения не обязательно по всему городу, а вот в каком-то квартале города. И жизнь течет, изменяется. Вот. Поэтому действительно вот, надо очень бережливо относиться к тем ценностям градостроительства, культурным ценностям. Вот я в этом контексте и спрашивала, да. Потому что я знаю, что во времена вашего правления в столице здания, которые имеют историческую ценность, они никто ни одну улицу. В городе 788 улиц, сейчас, наверное, больше, чуть-чуть. Никто не посмел за 11 лет тронуть хотя бы одну улицу или какой-то памятник, исторический или не исторический, все памятники исторические. Я не мог поступить как коммунисты. Я поступил как нормальный человек, потому что большевики, придя к власти в 17 году, а мой дедушка служил в почетной гвардии Николая II, много могу рассказать. Вот интересного. Возвращаясь к современному Кишиневу. И я учился в Ленинграде и знаю очень хорошо, как ленинградцы, старые ленинградцы вспоминали, какие памятники архитектуры, пусть он будет царь, кто, но это как памятник искусства, это было ценнейшее изобретение, но... А сейчас у вас не болит сердце за то, что творится со старыми зданиями? И Урикяну, когда его критиковали, будучи мэром, вы то собак, мне вешали всех и других. Я ремонтировал памятники, и перед Академией наук ни один не разваливался, потому что памятники принадлежат не мэру столицы, а принадлежат народу, жителям столицы. Вот, господин Михаил, вы как считаете то, что сейчас сложилось в историческом центре столицы, где у нас очень много киосков, в то же время очень легко и быстро получаются эти документы на возведение каких-то новых авторизаций, спасибо, на возведение на месте исторических памятников, тех зданий, которые... Те случаи, которые были в прессе, несколько случаев. Я видел, что там есть разные точки зрения. Некоторые считают, что правильно делается, некоторые считают, что неправильно делается. Во-первых, моя точка зрения в том, что надо перенять европейский и в том числе румынский опыт. Да? Если здание можно реконструировать, его надо реконструировать. То есть не сносить его, а именно реконструировать. Но это, для этого нужны фонды. То есть придать большие ему фонды. Облик, первоначальный облик. Постараться хотя бы, если не первоначальный, но нормальный облик. Не всегда, да, но есть... Да. Есть здания, которые занесены в регистр как культурное наследие. Вот этот регистр утверждается по предложению местных властей и Министерства культуры, утверждается правительством после обследования и так далее. И, конечно, это нужно делать, и, как говорит господин... Надо реконструировать там, где можно. Но это, опять же, требует больших вложений. Но ни в коем случае нельзя их сносить так без разбору и строить какие-то небоскребы. У нас еще один вопрос господину Урикяну. У нас звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Серафим Александрович, я еще один вопрос хочу задать вам. Пожалуйста. Вы оперировали к агентству ПНУД.
и обвинили ведущую в том, что она не подготовилась. И я цитирую дословно: «Агентство ПНУД – это фонд по стимулированию комплексных программ развития органов местного публичного управления». То есть вы, будучи градоначальником, грубо говоря, сами себе помогли же в местном публичном управлении развитии комплексных программ и так далее. Я говорю о дополнительных деньгах, выделяла мэрия, то есть муниципальный совет, но помогли нам и ПНУД. Так, а ПНУД только вам помог почему-то? Молодой человек, вы задали свой вопрос? Если вы получили на него ответ, мы вас благодарим за интервенцию. Я спрошу вопрос еще один. Да, я вас слушаю. Тим Александрович, как вы характеризуете коммунистическую идеологию? Разве она не заключается идея в коллективизации? Что вы считаете про новую коллективизацию в будущем? Можно ли ее применять? Вот это интересный вопрос. Значит, спасибо. Хочу сказать, что коллективизация в Молдове была проведена очень успешно, в результате которой 68 семей урикен были переселены в Курган, Чита, Чимкент, были так сказать, привезли, сбросили с поезда, вырыли землянку, на второй день забрали всех мужей, дали по 25 лет и отвезли в Красноярск. Слава Богу, пришел, умер наш дорогой товарищ Сталин в то время, и этих людей к 55-му году, 54-му отпустили. Вот они пришли, вернулись, кто вернулся, нашли свои семьи, вот по Сибири там, и вот эта коллективизация в Молдове. Так что оставим вот эти колхозы, вот и довели людей до полного безразличия. И меня нервирует, когда говорят: вот мы не имеем чем обрабатывать. Слушайте, а что, земля выросла с 49-го года, после того, как была вот эта коллективизация? Та же самая площадь. И тогда обрабатывали лошадьми и так далее. И успевали и урожай собирать. А сейчас необработанные земли и много-много другое. Вопрос от Станислава. На ваш взгляд, Молдова – это история успеха? Ну, вы знаете, для того, чтобы мы самоуспокоились, можем сказать, что... Но нельзя же лить на себя грязь. Я говорил как-то вот о национальной идее в начале нашей беседы. Я думал, что она пройдет в другом контексте. Но нельзя считать, что все вот так трагично, как пытаются некоторые тут нам рисовать, что вот это правительство и так далее. Да, история успеха. По некоторым направлениям есть успех. Вот по исполнению государственного бюджета, например, я критиковал правительство, а сейчас говорю, как оно есть по другой части. Если в 2009 году было исполнено 13 миллиардов 800 миллионов, то уже в 2011 исполнение госбюджета выросло до 18 миллиардов 700 миллионов. Если мы говорим по бюджету социального страхования, то тоже вырос 7 миллиардов 500 миллионов до 9 миллиардов. Если мы говорим о здравоохранении, об обязательном медицинском страховании, я понимаю, что это очень болезненный вопрос. Я понимаю, что в этой области есть очень большие недостатки, и нужно делать очень многое. Но исполнение бюджета и по этому направлению от 2,9 миллиардов выросло до 3,6 миллиарда. Вот это успехи, никуда не денешься. И то есть тенденция положительная. Если страна вот деградировала до прошлого года, если больше людей умирали, чем рождались, то уже, слава Богу, в прошлом году баланс ноль. И у нас новый звонок по скайпу. Добрый вечер. Добрый вечер, вы в эфире. Иван, молодой человек. Иван, говори, признавайся. Задавайте ваш вопрос. Если нет, я вам задам вопрос от...
От Кристины. Арфибиния ка институция по care o conduceți, curtea de conturi să fie dominată de reprezentanții propuși de opoziție. Uiteți din opoziție. Ce? Păi tovarășul Voronin a spus, cu toate că e minciună, dar noi credem, că curtea de conturi a fost condusă de opoziție, așa-i? Și toți 160 de colaboratori care acolo sunt din opoziție. Nu, și acum, dacă este unul, eu tot sunt din opoziție, eu nu sunt membru nici unui partid. Noi nu ne trebuie ciobeni, ciobeni tot trebuie. Ne trebuie carne, brânză și mai departe. Eu încerc scuze de la această categorie de oameni. Iertați-mă, vă rog. Dar eu spun că trebuie o curte de conturi care să îndeplinească obligațiunile, care să nu fie la chei la putere, la Voronin, când venea șeful curții de conturi sau șeful și primea indicații. Că ia ca etic măcit, etic atbilit, этих отправить в прокуратуру, указание возбудить уголовные дела и так далее. Должна быть принципиальное, независимое руководство этого органа. И оно есть. Apropo, despre Curtea de Conturi și rolul ei, situația din raionul Cantemir. Președintele raionului, Andrei Malașevski, a declarat că după ce a făcut publică o listă și-a acuzat pe LDM-ul de repartizare a grâului din donațiile umanitare, a spus că a început să fie presat de controlul de Curtea de Conturi. Doar am vrut să vă întreb dacă este adevărat sau nu. Noi nu facem nici audit, nu facem la Cantemir. E că eu nu iată, știu, dar... Iată nu... tot ce am vrut să vă întreb, dacă este adevărat sau nu. Serafim Alexandrovici, вы обещали стать президентом. Буду. Никто не забыл этого. Ну я хотела вас спросить, счетная палата, это воспринимается вами как трамплин? Это я нигде, где работал, не считал себя повременщиком. И я работал туда, куда направляло меня общество. Вот, и, конечно, структуры, которые наделены этим правом. И с этим вот, будете ли вы президентом? Будете вы примаром или нет? Мы же столько раз говорили. Значит, я думаю, что если народ решит, что я нужен, значит, нужен. Eu nu exclud încă că domnul Rechean pe viitor, într-adevăr, să joace un rol oarecare important, chiar să provoace și o sesiune în pele de mec, domnul Filadin că o să aibă surprize. Domnul Rechean și-a spus ultimul cuvânt, eu sunt convins de lucrurile astea. Vom trăi și vom vedea. Asta e situația. Спасибо, что согласились. Я никогда не искал себе работу и тем более должность. Мне это безразлично. Спасибо вам большое за участие. Всего доброго. До свидания. Что вы настаиваете?